Молдавская церковь помолилась о воинах, погибших в Афганистане. В 24-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Кишиневском кафедральном соборе возносили специальные молитвы по погибшим, а после литургии была совершена панихида. На службе присутствовал и председатель молдавского парламента Мариан Лупу. За воинов, погибших на войне в Афганистане, Господу помолимся. Клирики Христа Рождественского Кишиневского кафедрального собора возносили на литургии в праздник Сретения Господня специальные молитвы по воинам, погибшим в Афганистане. После божественной литургии была отслужена панихида. Почтить память погибших воинов пришел и председатель молдавского парламента Мариан Лупу. Этот день нам дан для того, чтобы мы не забывали о том, что было. Это часть нашей истории. Я пришел зажечь свечку за моих товарищей. У меня было два друга, которые служили вместе в Афганистане. Они оба не вернулись. Сегодня я хочу за них помолиться. Я пришел помолиться за то, чтобы Бог помянул моих товарищей во царстве своем. По окончании поминальной службы ключарь Кишиневского кафедрального собора протоиерей Вадим Кейбаш, секретарь Кишиневской молдавской митрополии, призвал не забывать погибших воинов, которые мужественно исполняли свой воинский долг, и искренне молиться о них. Эта война оставила глубокую рану в наших сердцах. Многие из наших соотечественников не вернулись домой, а некоторые из тех, кто вернулись, остались инвалидами. Все наши сограждане, которые участвовали в этой войне, заслуживают поддержки церкви и всего общества. Мы все вместе, в единстве веры, должны поминать тех, кто пал на поле боя. А за живых мы должны молиться, чтобы Господь Бог даровал им здоровье и душевный покой. Сегодня все понимают, что те молодые ребята воевали не за какие-то государственные или политические идеи. Они воевали друг за друга, за друзей, с которыми они сражались плечом к плечу. Господь Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». По традиции после поминальной службы воины-афганцы отправились маршем к мемориальному комплексу «Сынам Отечества. Священная память». Здесь возложили цветы и молдавские политики. По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистан отправили служить более 12 тысяч молдаван. 305 из них погибли, более 200 солдат вернулись инвалидами. На сегодняшний день в Молдове проживает около 9 тысяч воинов-афганцев.